Итак, всем привет, с вами Стал, сегодня мы продолжаем проходить, что правильно, Кьюб. А я не знаю, куда. Кьюб второй, не первый, второй. Я не знаю, куда нам дальше. Я могу нажать, но ничего не произойдет, потому что я... потому что я не увидел еще одну красную змею, которая была в самом начале. Ну что? Так, так, подожди, это как это? Она еще ниже, подожди. А я не помню, чтобы там был какой-то провод. Вы кто-нибудь помнит, чтобы там был провод? Я вот не особо. Ну давайте по проводу спустимся, поймем. Увидим. Ну или не увидим, нет, увидим. По оптимизации намного лучше Silent Hill, сразу говорю. Хотя сейчас так... Глава 7. Край. Какой край? Ты куда? Мы на край не уходили, не надо. Кстати, я же не глянул даже сколько продолжительность, сколько глав в этой великой игре. Чего, блядь? Да? А, я не помню, что я здесь проходил, ну ладно. Здесь красиво, посмотрите. Смотрите. Блядь, ну как так-то? Я хотел... Ладно. Ну, в принципе-то... В принципе-то мы сейчас все равно куда-нибудь и дойдем. Так, секунду. Возможно, мы прошли уже больше половины игры. Возможно. Но не помню. Здесь, по идее, должно быть 13 глав. Я только сейчас об этом глянул, и я хотел узнать об этом давненько. О, нет. О, нет. Мне не нравится. А хотя... Так, ага. Отлично. Ну тут с этим попроще будет. Ладно, магнит у нас магнитится. Ну тут вообще, как бы, знаете, с этими магнитами шутки плохи, знаете ли. Вот тут пройдешь такой, не поймешь. Кстати, по трубам отличные трубы. Так. Что я хотел? Что? Это было весьма страшно, если честно. Он одноразовый так под... Нет, не одноразовый. Я думал, одноразовый подкидываешь. Так, подожди, а там же тройной генератор. А как тут тогда получается то, что мы... И Тишкин кот. Окей. Тут намного проще, чем те загадки, скажу серьезно. Ну ладно. Ну, хотя, может, это для начала так. Не особо понятно. Но, возможно, тут, в принципе, будут все такие загадки. Тенька, подожди-ка, Тенька. А где? А как? Он же не допульнет до тут. Как? Подожди. А подожди. А как это? А, да. Не верю. Серьезно? Страшная ситуация тут происходит. Не верю. Прям вот не верю, что так должно получиться. Ну, почти. Ну чутка не долетаешь. А ты зачем здесь? Ну? Текстуры сломались. Что?
Чё? Ладно. Понял. Теперь я понял. А почему оно иногда не получалось тогда? Интересненько, интересненько. Для чего? Вот сделал что-то, а вот не понял, что. Ну вот сделал что-то, но не понял, что. Блять, как эта страна работает. Ладно. Возможно, я нижний тут раз случайно переключил. Так, подожди. А тут же... Ну ладно. Хотите, как хотите. Ясно. Не все так просто, оказывается. Ну и не все так вообще непонятно как. Так. Кубики? Где я могу создавать кубы? Подожди. На кубах здесь все застроено, но что-то непонятное происходит здесь. И я могу, конечно, прыгнуть еще сильнее. Блядь. Да, блин. Врезался. И раз. Ясно. Неясно. Неясно, честно. Честно, вообще не ясно. Вообще никаким образом, никаким макаром непонятно, что тут происходит, блядь. Что происходит? Ага. А там что-то было, оказывается. И зачем ты мне здесь сдался, блядь? Ты, блядь. Еб... Ладно, я не на это рассчитывал, если честно. Ну ладно, пусть будет так. Ладно. Угу, хорошо. Да ладно. Так, да, хорошо. Блять, а как это как-то... Бля, я... Ладно. Немного я не так хотел сделать, но я сделал так, как надо. Ну и на этом спасибо. Блять, у меня... за что такое? Вот зачем так делать? Блять. Сука. Я ж не вижу. Ну давай. Ладно. Я сделаем. Ну, рассчитывал не на то, получил как раз таки нету, кстати. А мне туда и надо. Отлично, если честно. И раз. Оп. Хорошо. А тут у нас еще получается, что тут загадки как-то необычно сделаны. А, бля, ты же брежешься. Ну какого? А, ну да, точно. Мне же не сюда тебе нужно было. Мне же сюда тебя нужно было. Долетел, долетел. Хорошо. Еп. Отлично. Так, идем куда-то. Why did they send individuals? Why not teams? To increase
our chances. Each would jump to different parts of the vessel, transported. What? Like, teleported? Yes. Some people lost their memory in tests. Others went mad. A portion were fine, of course. It was difficult to predict. Is that what happened to me? I mean, how long have I been out for? I don't know how long we've both been asleep, Millie. And yes, it's possible. Hopefully your memories will come back. Эй, а чё? Там пустыня. Здесь не... Ладно. Херня какая-то, ладно. Ты... О, молоток. Ну нет, это не молоток, а что это? Чё, блядь? Так, ну тогда у нас получается, что нам нужно сделать? Куда, подожди, куда ты поворачиваешься? Только так поворачиваешься, ничего ты со мной не сделаешь, ладно? А, ну, в принципе-то ладно. Где у нас там зеленый? Хорошо, хорошо. Отлично. Великолепно. Не знаю, что сейчас получится, но что тогда получится. Ничего не получилось, но ну и ладно. Окей. Сделаем немного по-другому. Блин, забыл про это. Тик. Тик. Блин. Тик. 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 Отлично, погнали. Ускоряем свои поршня, как говорится. Хорошо. Нехорошо. Что ты делаешь? А тут у нас что? Тут у нас нихера, я понял. Ага, ладно. Ты уедешь, ты та-та? Да. А, нет. А, блять, это прикольно сделано, ладно. Так. Да, блять. Хорошо. Меня ж сейчас ударит, да? А ну опустись-ка, сука. Так, нет, ты остаешься. Блять. Ты остаешься. Кстати, весьма странно то, что она отбросила как-то недалековато. Ты в меня специально, да? Сейчас полетишь, да? Остановил. Хорошо. Меня притягивает? Нет, только блоки, ладно. Что весьма плохо, если честно. А как мне тогда? А-а-а, блядь. Куда пошел? Успею ли? Вот это другой уже вопрос. Конечно, блядь. Успел. 100 раз. Сука. Ням-ням-ням-ням-ням. Как же он быстро поднимается? Я того все. Ну давай попробуем. Так, ладно. Ну ладно. Так тоже можно было. Считаю я. Я забываю, если честно, часто про синий блок.
Красный-то почему-то он всегда вспоминается быстрее всех. Ну, он, видно просто, где он может использоваться. А вот синий, вот, ну, вот сейчас было почти логично, но не логично. Но логично при этом. Так, что же ты хочешь? Прямо, да? She's alive. And reacting. But I just can't get her to... Let go of it. Keep an eye on her. And I'll call the extraction team. See if they can come a month early. На месяц раньше. Что-то случилось за этот месяц? Скажи мне, пожалуйста. Хм, красивая картина получилась. Да, опа. О, какая резкая смена атмосферы, серьезно. Либо она что-то вспоминает, либо я не понимаю. Запись идет, видите, картинка есть, отлично. А, включаем и уходим. Блять. Ты сейчас, блять, ладно. Ну как так? Так. Давайте начнем с самого крайней. Так. Что ты мне хочешь этим сказать? Что мне... Что ты хочешь от меня? Куда? Понял тебя. Попытка номер два. Не то. А как? Подожди, ну то есть понял. Да блять. Ну встань, пожалуйста. Хорош. Хорош. А, великолепно сейчас. Так, теперь. Активируем. Что? Хер пойми. Активировали, но что-то активировали, да? Тут еще одна кнопка. Честно, я не верю, что это настолько все легко. А, блядь, серьезно? Понято. Зеленый, синий. Нет. Ладно, сделаем тогда так. Не то. Сука. Да ладно. А что я активировал, кстати? Так, ну вот. Хорошо. А ты поворачиваешься, нет? А если поворачиваешься, было бы великолепно. Хотя нет. Так, ладно. Не, есть, конечно, вероятность того, что мне просто нужно бесконечно делать вот так вот, блядь. Возможно, когда-нибудь. Мне, может, за ним следить надо, нет? Нет. Блять, а что делать? А как это сделать? Тут-то с этим все понятно. А вот с этим не особо. Здесь кроме одной кнопки и двух магнитов, здесь ничего в принципе нету. Так что, возможно, что-то нужно будет придумать другое. Ситуация не патовая, но неприятная. Если бы она еще вот так двигалась, было бы шикарно. Блять. Блин. Может, мне надо в самом начале это сделать? Где он, блядь? Не то. А хотя бы... Блядь, выключить. Нет, не то. Так. Угу. Так, тайминги ловим, да? Не в ту сторону тайминг поймал.
Не то. Не то. Не то. Не то. Не то. Почти то. Блять, забыл. Сука. Давай, блядь. Здесь какая-то задержка есть. Не то. Не то. Тут должен быть бесконечный цикл. Ясно. Ах ты. Бля, я тебе... Сука, вы этого не видели. Вы это, бля... Бля... Что за хуйня? Вы этого не видели. Вы этого не видели. Никто из этого ничего не видел. А нахера, блядь? Сука, зачем? Я... Ну, блядь. Стоять, не то. Нет, я, конечно, гениальные мысли иногда придумываю, но, блядь, чтоб настолько гениально все было, я того все удивлял, конечно. А себя я очень сильно удивил тем, что я слишком долго не понимал, что... она долетала. Один блок здесь так много может решить, что я в шоке. Ты еще там что-то у тебя есть? Ты что? А сколько их там? 5, что ли? 4, блядь. Ну ладно. Ладно. Так, тем временем. У нас что-то опять-таки непонятное тут происходит. Бля. А, тут у нас... Блядь, не надо меня бить. Что, она хотела меня сдавить? Нет. Ты что делаешь? Ты что... Блядь, ты что делаешь? А, ясно. Блядь, ну, не надо. Тик, тик, тик. Хорошо. Тик, 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 тик. А я что, знал? Ну ладно, с ним полечу. Чё, блядь? Не полечу, короче. Да ты прикалываешься. Да ты прикалываешься. Хорошо. Теперь еще раз делаем так. Потом мы делаем вот так. Так, 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 так. Возможно, делаем... Так. Вот так. А потом... Блять. А, нет. Бля, я и так могу запрыгнуть? Нахер там, понял. Есть. Блять, не надо. Да ты... Блять. Ну далеко я так не... Блюдо добрегал. Да хватит. Так я же говорю, я далеко так не улечу. А так я не долечу. Либо я возможно, опять что-то не понимаю. Ну я правда чего-то не понимаю. Ёшкин кот. Я забываю... Блять. Я забываю про самое простое. Да. Забыл про самое простое, что можно было сделать с этим... С рычагом этим. С катапульты, давайте так. Блин, да ты прикалываешься. Тик. Тик, 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 бля. Да, блядь, да ты прикалываешься еще раз. Дальше.
далеко ли я полечу вверх? Другой вопрос. Лично. Бля, почему я всегда нажимаю правую кнопку мыши вместо левой? Я вот этого не особо могу понять. Но я хочу нажать правую, а не левую. Сколько раз мне уже писали о том, что нужно нужно левой, 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 левой. Нет. Хочу правой. Так, а тут я еще и не был, да? Тут у нас, значит, опять-таки, бля... Сука. Хм. Отлично. Запрыг есть. А зачем? Я сейчас думаю. Вот если можно было понять. Да блядь. Чтобы мне понять, куда же мне идти. Далеко. Кстати, далеко я не должен был улетать. Ну ладно. Так. Стрелковые, мы чисто на стрельбище попали, да, с вами? А вот этого не понял. Ну я же не долечу, блядь. Если я могу, то ладно, я, блядь, цен. Тут и пуль. Неожиданно. Нет, стоп, подожди. Давай. Ну вот что? Что? В прошлый раз было намного проще это было сделать. Блядь. Здрасте. Ты прикалываешься или чё? Да ты ладно тебе. Да как так? Да что такое? Да ладно тебе. Давай. Ой, да ладно тебе. Ну, успокойся. Это пиздец. Почему у меня сейчас не получается? И прям по голове, давай мне. Раз, два. Так, я вот... Ну я чё... Что я... Чё, блин? Вот... Вот что пошло не по плану? Я резко сдвинулся куда-то или что, блядь? Побьемся, блядь, головой об кубик, чё? Чё нет-то? Сука! Да как? Как я в прошлый раз это сделал? Блядь, ты прикалываешься? Сделаем так, окей. Сука. А я все равно не долетаю. Ну, логично, да? Так, блядь, а что делать-то? Ну, я от этого магнититься не могу никак. Все, тупик. Я не понимаю. Я правда не понимаю. Ну, то есть, смотрите, он никаким образом. То есть, даже если он притягивается, он не... У кого-то жирная жопа.
что за хуйня, блядь? Может, надо задерживать? Блядь. Может, надо задерживать? Да хватит. Блядь. Сейчас. Чтоб, может, силу... Для того, чтобы силу... Нет, сила броска такая же остается. Я спрыгнуть с него не могу. Блядь. Да что происходит, сука? Дальше. Ну, а какие еще варианты остаются? Я что-то как-то вообще не догадываю. Не, я не могу. Это пиздец. Я не могу никак... Меня никак это не может откинуть. Меня никак это не может подбросить. Меня это не хочет вообще никаким образом трогать. Блять. Хорошо. Сюда. Сюда. Это что у нас? Это у нас просто вот этот, как его зовут. Еще один магнит работать начинает. Но это не то, что мне нужно. Там я уже нажал то, что мне нужно было. Я оттуда вышел и все, и пиздец. Все, конец. Ну вот. Мне... блядь. Сука, если это так работает, я просто ненавижу эту игру. Блядь. Блядь. Я в шоке. Я правда, я в ахуе. Я просто, я негодую. Вот сейчас я негодую. Я не ненавижу, но я негодую. Я очень сильно негодую, блядь. Ладно, с этим реактором мы уж в следующей серии и закончим тогда уж. Надеюсь, сохранение у меня прошло успешно. И тем временем мы заканчиваем. Ну что ж. Итак, всем пока, с вами был Сталс. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.